Второе заседание новой областной думы прошло быстро и касалось в основном моментов организации внутренней работы депутатов. В парламенте три фракции и одна депутатская группа от партии «Пенсионеров за справедливость». «Единой России» будет руководить Анатолий Буров, КПРФ Владимир Кленов, ЛДПР Владимир Нетисов, депутатской группой, соответственно, Александр Шерстов. На постоянной основе на парламентской зарплате собираются трудиться пока два депутата – Владимир Кленов и Владимир Нетисов. Также депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий Сергея Пахомова в связи с его переходом в Совет Федерации. Однако экс-спикер идет на шаг впереди и, не успев поработать сенатором, уже нашел другую работу. Вчера Совет Федерации удовлетворил заявление Сергея Александровича Пахомова о досрочном прекращении его полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представителя Ивановской областной думы. Оно было подано чуть ранее. В качестве мотивировки этого заявления Сергей Александрович указал причину смены места работы, то есть Сергею Александровичу предложена работа, которая несовместима со статусом члена Совета Федерации. Вопрос о том, какую должность в итоге займет Сергей Пахомов, терзает многих. Депутатам же предстоит предложить новую кандидатуру на должность сенатора. Ивановская областная дума, как это установлено федеральным законом, в 30-дневный срок примет решение о наделении полномочиями сенатора нового представителя своего. Есть вероятность, что в должность сенатора вновь вернется Юрий Смирнов, но это в случае коллегиального решения парламентариев. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.